Yeah. Всем привет! Сегодня мы на наших очистных сооружениях, и если хотите, мы снимем здесь такую экскурсию чуть попозже. Это очень интересно. Вот именно отсюда заходит вся канализационная вода, все стоки с города в это сооружение. Сейчас мы стоим на полу, но под нами полностью резервуар именно вот с этими сточными водами. В этих частях фильтруются твердые отходы здесь, и выдавливаются этими трубами вот сюда. И здесь такая аппетитная колбаска постепенно двигается и выпадает вот сюда. Потом это все вывозится на полигон. Вот сейчас насос гонит с тех сооружений, где мы были до сих пор, как раз сточные воды после грубой очистки. Вот пригнал, и все, они потекли дальше туда. За мной сейчас вертикальные отстойники, и это то, куда попадает уже сточная вода после очистных сооружений, где мы были сейчас. Вот так это выглядит, но мы еще детально про это расскажем, значит, в отдельном видео. Ну, если, конечно, будет интерес к этому. Вообще, это, конечно, очень любопытно, и в двух словах знать об этом, мне кажется, полезно для всех. Еще один отстойник такой специальный, он полностью накрыт. Я на нем стою, но вот в таких отверстиях видно, что там тоже стоки. А это чистят так называемые иловые карты. Я так понимаю, именно сюда сбрасывают тот ил, тот осадок, который вот оседает после очистки во всех резервуарах. Это одна из таких иловых карт, которая как раз заполнена. Заполняется одна примерно за полгода. Это машинный зал. Это вот с другой стороны ваш зал. Там резервуары вон стоят, гипохлорид. Здесь вот на улице заливается сульфат алюминия, сульфат железа. Это дорогая химия. Это святая святых лаборатория. Это волшебный прибор, который показывает объем сточных вод, которые пришли. В Днепр уже очищенная вода сливается в районе озера Завал. Все рыболовы со Слобутича знают это место. А уже все вот это, вот этот блок следующий, вот это все, вот этот новый резервуар. Здесь будет так называемый активный ил. Это то, что называется в частных септиках в домах бактерии. А это воздуходувка, которая будет нагнетать воздух в те резервуары, где будут жить бактерии. Без нагнетания воздуха они просто не выживают. И вот этот вот резервуар, тоже новый, это уже все в составе нового проекта, который был сделан уже сейчас, на нашем веку. После того, как это все будет запущено, качество воды будет намного выше, которое будет попадать уже в Днепр. Вот этот новый отстойник. И таких будет два. Вот уже роется под второй. Сейчас пока в двух словах это все. Так бегло мы посмотрели. Но я планирую сюда вернуться и снять такой полноценный ролик, наполненный какой-то более полезной, точной технической информацией от работников. Мне кажется, это очень любопытно. Это любопытно и полезно. Просто понимать, как это все работает. Все, пока.